Да ходила я в школу, я даже ни одного урока не пропускала. Да конечно, так я тебе и поверила. А почему сразу в тюрьму-то? Иди уже! За что я сделала-то? Да у меня на тебя вот такой список. Дело номер 39 на Тому. До этого у меня было 38 вредных школьников, и я их всех перевоспитала. Все, стой ровно, сейчас тебя фотографировать будем. Теперь поворачивайся. Стой ровно, не двигайся. Так, все, руки за спину, пойдем. Лицом к стене. Короче, меня зовут офицер Лега Леговна, и ты попала в Лего-тюрьму. Вы хоть мне объясните, за что я сюда попала? Хорошо, достаем Лего-блокнот, и сейчас все зачитаем. Ага, значит так, ты здесь оказалась за пропуски в школе, прогулы, за плохие оценки. Это не я, меня подставили, это другая Тома. А еще, отказывалась носить школьную форму, а самое главное, за уроки истории. А что такое там с историей? А то, что ты к истории совсем не готовилась, каждый урок получала двойку. А еще, каждый вторник у тебя болел живот. Бедная твоя мама уже не знала, как отмазывать тебя у классного руководителя. Да говорю же, это не я, меня точно с кем-то перепутали. Так, разговорчики. В этой лего-тюрьме ты проведешь 24 часа. Объясняю правила нахождения в лего-тюрьме. У тебя будет 10 жизней. Я буду давать тебе разные челленджи. Офицер какой-то там, а у вас лего-кеда, да? Так, не отвлекаемся, слушаем дальше. Если будешь выполнять челленджи правильно, будешь сохранять себе сердечко. За каждый невыполненный челлендж я буду забирать у тебя сердечко. И чем больше сердечек ты сохранишь, тем скорее выйдешь из лего-тюрьмы. Тоже мне придумали лего-тюрьма челленджа. Так, ты пока осматривайся тут, а я пошла пока готовить для тебя первый челлендж. Ну идите. Не понимаю, что здесь вообще осматриваться? Два окна, дверь, вот этот вот потолок и стены. Прикольные, конечно. Но для меня не слишком яркий. Вот точно так же у меня в комнате. Придумали, главное, лего-тюрьма. Ну ничего, вы еще пожалеете, что запихнули меня сюда. Ну блин, стены, конечно, крепкие, да. И решетки, да что такое, вообще никак не выбраться отсюда. Ну ничего, я что-нибудь придумаю. О, хлебушек, как я проголодалась и так соскучилась по домашней еде. Как вкусно. И за мамой соскучилась. Давайте поставим мамам лайк. Если ты любишь свою маму, обязательно ставь лайк. Так, все, сейчас для тебя будет первый челлендж. Надевай пока маску. Какую еще маску? Зачем? Боже, что это такое? Это зеленое особенно, фу, противно. Надевай маску, сейчас я все тебе объясню. Здесь у нас есть газировка, вода и томатный сок. Сейчас я все перемешаю, и тебе надо будет выбрать стаканчик номер 1, 2 или 3. После этого то, что ты выберешь, ты должна будешь выпить до дна. Сможешь? Сердечко я у тебя не заберу. А если нет, то минус одна жизнь. Что-то я вам не верю, а вы уверены в том, что там нормальные напитки, а не какой-нибудь яд? Да нормальные, нормальные. Перемешиваю стаканчики между собой. Все, можешь выбирать какой-нибудь один. Блин, я даже не знаю, какой мне выбрать. Давайте второй, вот этот вот, который посередине. Точно второй? Может быть первый? Точно второй, точно. Давайте все-таки это, ты первый выберешь. Не-не-не, второй, все, однозначно второй. Ну ладно, держи свой стакан. И что, мне это надо до дна выпить, чтобы я отсюда вышла? Нет, ты отсюда не выйдешь, просто сохранишь одно сердечко. Ладно. Очень странный вкус, но вроде нормально. Ну и повезло тебе, конечно, в этом челлендже. Ладно, можешь оставлять себе это сердечко. Пойду подготовлю следующий челлендж. Идите, идите. Я же сказала, зря со мной связалась. Челленджи я прохожу легко.
Скукота! Как я вообще могла загреметь сюда в новогодние праздники? Эй, офицер, кубик Рубика, или как тебя там? Иди сюда! Что за крики, заключенная? Что ты хочешь? Офицер, ну новогодние праздники вообще-то, а у вас ни елки, ни украшений каких-нибудь новогодних. Вы что, бедные? Бедные? Ничего мы не бедные, все у нас есть. А я этого всего чего-то не вижу. Так я сейчас вам докажу, принесу. Ну и глупо. Ну, вообще, да, умных офицеров в лего-тюрьму точно не поставят. Ой, идите, я уже устала вас ждать. Вот смотри, все у нас есть, вот такой вот Дед Мороз. А сколько ему лет, 50 или 75? А я не знаю, пойду спрошу. Ну, точно крыша едет. Дед Мороз, борода из ваты, а ну иди сюда, ой. Дед Мороз, если ты вообще существуешь, то выполни мое желание, пожалуйста. Сделай так, чтобы я поскорее уже отсюда выбралась. Я устала здесь сидеть. А что это ты Дедушку Мороза прихватила? А ну отдавай сюда. Держите. Да что вы вообще этот стол таскаете сюда-сюда? Зачем? Оставьте его мне в камере, и стул можете тоже мне принести. Нет, не положено. Не положено, не положено. Вот тебе следующий челлендж, мой любимый. Здесь есть 10 коробок, и в одной из них тебе надо найти бургер. У тебя будет всего 3 попытки. И за каждый промах я буду забирать у тебя одну жизнь. За каждый промах забирать сердечко? Это нечестно. Мой челлендж, мои правила, так что все честно. А есть возможность отказаться? Нет никакой возможности отказаться. Короче, выбирай первую коробочку. Давайте самую ближнюю ко мне и самую первую, вот эту. Хорошо, без проблем. Держи. Напомните, что мне найти надо? Бургер. Картошка? Одна картошка? Это что за крохоборство вообще? Ну кто тебе виноват? Это не похоже на бургер. Гони сюда сердечко. Минус одна жизнь. Держите свое сердечко. Ты можешь искать дальше, но не забывай, что все, что ты не найдешь, достанется мне, и я сама специально на зло буду при тебе это есть. Ой, что-то потяжелее. Ну-ка. Биг-мак, биг-мак. Наггетсы, ну хотя бы их тут много. Смотрите, смотрите, какие вкусненькие. Я сама хотела их съесть. Хватит жевать, сердечко гони. Держите свое сердечко опять. И теперь дайте мне вон ту коробочку последнюю. Уверена? Да. Ну ладно. Я держу, что там Биг Мак. Блин, нет. Что там? Что там? Тут соус. Ну, можешь свою одну единственную картошечку съесть с этим соусом. И гони мне, кстати, сердечко, потому что ты проиграла и не нашла бургер. В следующем челлендже я точно буду победителем. А бургер у нас был вот тут. Какой аппетитный. Ну и ешьте свои бургеры, а у меня зато вот наггетсы есть. Салфетка. Вот вернусь домой, попрошу маму мне борщ приготовить. Я тоже борщ люблю. А еще ватрушки с творогом. Так, заключенная, чего расселась? Я смотрю, тебе заняться нечем. Хорошо, сейчас следующий челлендж себе устроим. Задолбала уже со своими челленджами. Уже Новый год наступил, а ты до сих пор своих учителей не поздравила. Короче, тебе надо красивенько запаковать вот эти вот подарочки. И если мне понравится, то я сохраню тебе жизнь. А если нет, то ты отдашь мне одно сердечко. Вот, держи. Ну и челлендж она придумывает, конечно. Сама кому-нибудь подарить хочет, а упаковывать ей лень. Заставляет меня это делать. А это вообще что такое? Нут? Прикиньте, это нут. Она собралась кому-то... Подождите, нут это вот такой, по-моему, большой горох, что-то типа такого. Она, видимо, собралась это кому-то дарить. Скорее всего, своему врагу какому-нибудь. Как это неудобно в этой тюрьме делать. Ужас. Так, ну, конечно.
конечно, с этой стороны не очень получилось, но смотрите, как красиво здесь. Я думаю, никто вот на эту часть смотреть и не будет. Короче, не знаю, как получилось, так получилось. Ну что, как там твои подарочки? Да все отлично. Вот смотрите, первый подарок. Ну, этот мне вообще что-то не нравится. Как-то выглядит колхозно, что ли. Ну вот, раз вам не нравится, этот точно понравится. Ой, так еще лучше. Это вообще что такое? Ты как будто бы взяла кусок бумаги скомкала. Кому вообще понравится такой подарок? А кому вы собрались-то дарить? Давай третий подарок показывай. Держи. О, а вот это мне уже нравится. Вот тут, я смотрю, ты постаралась. Я и до этого старалась. Хорошо, не буду забирать у тебя эту жизнь. Мне нравится этот подарок. Ага, внутри горох какой-то вонючий. Фу. Никакой не вонючий, а очень даже вкусный. Подарю директору твоей школы и подпишу от Томы. Эй, не надо ничего директору моей школы дарить. Вот так? И вот так. Огроменный киндер. Ну, челлендж, наверное, ты этот уже знаешь. Конечно знаю, баночка челлендж. Правильно, у нас тут есть вкусная сгущенка, ужасно острая и противная горчица, огроменный и очень вкусный киндер и омерзительная васаби, которую просто все ненавидят. Ты будешь катить вот эту баночку, и если, скажем, баночка становится на сгущенке, ты ее съешь, но тебе придется отдать мне сердце. Если на горчице, ее тоже съешь, но сердце мне отдавать не будешь. На киндере сердце тоже придется отдать, потому что он очень вкусный, а на васаби не надо будет. Как хитро придумали, либо сладость ешь, либо жизнь даешь. Ладно, давайте банку попробуем. Ну, хорошо, что ты правила поняла. Киндер, хотя я даже не знаю, что лучше, либо жизнь отдать, либо сладость съесть. Ну, думай, что же тебе выпадет? Оп, чуть не упала, но остановилась на васаби. Поздравляю, жизнь ты мне отдавать не будешь, но будешь есть васаби. Бери свой пакетик васаби. А можно не надо? Так ты сама виновата, тебе выпало васаби. Как это открывается вообще? О, как он воняет. Какое оно противное. Прям в нос отдало. Вообще тебе не завидую. Ну давай, ешь. Ой, как много. Фу, какая гадость. Дайте воды, срочно, пожалуйста. Никакой водички, у тебя еще две попытки. Ой, вот, держи, прям, пожалуйста. Прям в нос отдает. Кати, давай. Нет. Поздравляю, твоя баночка остановилась на горчице. Но зато ты жизнь мне опять отдавать не будешь. Вот, держи, ешь свою любимую горчичку. Ненавижу горчицу, я ее ненавижу, она очень острая. Да ладно тебе, она примерно такая же, как васаби, противная. Третья попытка, поддержите меня лайком. Да ладно, на да, киндере? Да как так? Давай мне. Стоп, прежде чем я тебе дам киндер, вообще-то отдай мне одну жизнь. Мы так и договаривались. Держите свою жизнь, киндер мне мой дайте. Ладно, держи свой киндер. Смотрите, это все из-за того, что вы мне поставили лайк и поддержали меня. Жалко, конечно, что я потеряла одно сердечко, но зато у меня есть гигантский киндер. И я думаю, все знают, как я обожаю шоколад, поэтому я хочу его открыть. А, кстати, смотрите, какой он огромный. Моя рука и вот этот киндер. Как он вкусно пахнет. Шоколад мы съедим сейчас, а игрушечку мы оставим. Очень вкусно. Какая игрушка попалась? Так, и чем это мы тут занимаемся? Готовимся к следующему челленджу. Опять эта злыдра пришла. Ладно, в следующий раз открою. Опять стол тащит. Может, вам помочь? Сама как-нибудь разберусь. Баночку челлендж знаешь? То же самое, только с туалетной бумагой. А почему блюдце одно пустое? А сюда я положу твой телефон. Если он тебе выпадет, ты сможешь поиграть в какую-нибудь игру. Ну, минут 10, конечно. Ладно, давайте. Я уверена, что я сейчас заберу свой телефон. Ну, я не думаю, что это твой телефон. По-моему, это майонез. Сейчас ты будешь его есть. Нет,
Я ненавижу. А, не просовывается, вот видите? Все там просовывается. Ладно, я чуть-чуть возьму. Ага, давай, кушай. Хотя это много. Фу, честно говоря, я и сама ненавижу майонез. Как и в первый раз, у тебя 3 попытки. Осталось 2. Кати бумагу. Баночка, вы меня поддержали, и мне выпал киндер. Кто еще не успел, обязательно поставьте лайк. На телефон вернулся. Да нет же, нет же, на майонез. Да, вернулась на телефон, давайте вы мне его сюда. Сколько времени я уже здесь сижу, я устала, я деградирую, дайте мой телефон. Да ладно, всего 10 минут, это, в принципе, не так уж и много, можешь поиграть. Ой, спасибо большое. Везет же ей в этих челленджах. 10 минут, не забудь. Сейчас позвоню в полицию, чтобы они меня отсюда наконец-таки вытащили. Алло. Алло, это полиция? Да, полиция. Пожалуйста, вытащите меня отсюда. По-моему, офицер Лего-Леговна посадил меня в Лего-тюрьму. Ах ты вредная девчонка. Я же тебе телефон дала на 10 минут поиграть. Ну ты сейчас у меня получишь. Черт. А ну быстро давай сюда телефон и заодно сердечко. За что? Я же маме звонила. Давай сюда. Вечно меня подставляют. Блин, темнеет уже. Неужели я здесь всю ночь проведу? Вот тебе следующий челлендж. Держи каштаны. А вот миска, в которую ты должна будешь их кидать. Каштанами в миску? Да легко. И, кстати, это мои любимые каштаны, так что будь поаккуратнее с ними. Чем меньше ты попадешь, тем больше вероятность того, что я заберу у тебя сердечко. 1, 2, 3. Все, кидай. Ой. Да, попала. Да, блин, нет, не попала. Да не надо так вертеть. Ой, опять не попала, не как честно. Же так? И снова не попала. Да старайся лучше, что ж ты такая косая? А это ваши каштаны. Упс, опять упал и опять. Да блин. Ой. Ну это же ваши каштаны, потом вы их собирать будете. Вам оно надо? Попала. Так, считаем. 6 каштанов. Что-то мало, там было намного больше. Давай сюда сердечко. Ну 6 каштанов, это целых 6 каштанов, ну вы что? Это очень мало, давай. Забирайте свой сердечко. Эй, хватит храпеть. Охрана, я ж так не засну. Не слышит меня. Ладно. Хотя посмотрю, что за игрушка попалась. Ключ? Зачем мне ключ? Где моя игрушка? А вдруг это ключ от этой двери? Дед Мороз просто решил исполнить мое желание. Наконец-то выбрось из этой лего-тюрьмы. Я побежала учить историю. Всем пока!